Мужчина с племянником утонули в Западно-Казахстанской области. 33-летнего дядю уже нашли, а 7-летнего мальчика спасатели и водолазы ищут вторые сутки. Компания из 4 взрослых и 2 детей отдыхала на берегу Урала в Теректинском районе. В какой-то момент взрослые заметили, что дети, девочка и мальчик, стали тонуть. Мужчина бросился им на помощь, ему удалось вытащить свою дочь, а вот племянника спасти не получилось. Мало того, он сам выбился из силы и пошел ко дну. Тело мужчины вчера достали из воды местные жители. Мальчика же не нашли до сих пор. В департаменте по ЧС отметили, что от места трагедии до ближайшего спасательного поста 60 километров. Задействованы водолазы и спасатели департамента в количестве 8 человек, 2 единицы плавательных средства. Хотелось бы отметить, что данный участок водоема не был предназначен для купания. Средняя глубина воды достигала до 10 метров в отдельных местах и течение свыше 1 метра в секунду.